Так, не слышно. Вот. Галина Ябуковская, Марина Витаин, танцевальный дуэт. И руководитель коллектива Елена Леменкова. Так. Бессмертный руководитель, замечательная, красивая женщина Елена Леменкова. Хорошо. А когда же вы поете? А мы поем дома. Как дома? Вот. Потому что душа. И пьем, говорит, до тех, у кого вообще музыка. Концерт, вот, которому мы долго ждали, которому мы все очень готовились, который вложили, как говорится, свою душу. Как это получилось судить слушателю, зрителю? Вот. Но мы все старались. Вот. И это было видно по выступлению. Конечно, сказать всем спасибо большое за вот эту ауру, которую вы несете. И отдельное, огромное спасибо Елене Сергеевне, которая дала мне еще один шанс, чтобы я попела и поверила в меня, включила вот этот концерт. Вот за Елену Сергеевну, за ее творческое начало, за ее отношение трепетное к музыке, за нее. Да. Творческие, одеты великолепно, смотреть просто очень приятно. И мне хотелось бы, чтобы вы в этом коллективе долго-долго были и радовали нас своими концертами. За вас!